Всем-всем-всем привет, дорогие друзья! У нас пришла косметика от фирмы Леврана. Сегодня мы с вами ее распакуем, а потом в течение недели я буду ее тестировать вместе с вами. И потом вам скажу, как она. Я вообще первый раз эту фирму заказала. Поэтому будем с вами тестировать. Тут должно быть и для дома, и для животных, также и продукты питания. Это, конечно же, прайс на все, что у нас тут есть. Цены, по сути, вот, пожалуйста, ребята, не сильно дорогие. Тут и очищающая пенка для умывания и всякой. Ну, вот, посмотрите, как хорошо они упаковывают. Прям вообще. И первое, что нам попалось, это для нашей Маси. Шампунь-кондиционер для длинношерстных собак. У нас Мася Йоркширский терьер. У нее волосики длинные. У меня вообще Светик хочет ей вырасти длинные волосы. В целом, шампунь создан на основе мягких ПАВ натуральных происхождений, благодаря чему не раздражает и не пересушивает кожу и слизистую. Ну, будем надеяться. Косметика это вся, ребята, натуральная. Так что вот такая вот шампунька. Отставляем в сторону. Так, бумажки мы отсюда уберем на пол. Дальше, ребята, распаковываем. Так, дальше. Что у нас дальше попалось? Опять спрей-кондиционер для собак, для расчесывания волос. У нас у Масеньки, у нашего йоркширского терьера, постоянно путаются волосы. Мы уже брали разные спрей-кондиционеры, но они как бы по качеству не очень. Это все натуральный состав, ребята. Тут даже вот написано натуральный состав. Мне как бы посоветовали. И вот я хочу испытать. Обязательно будем с вами это все испытывать. Вот смотрите, даже написано. Помогает бороться с пересушиванием и хорошо подходит для профилактики появления перхоти. Успокаивает кожу. Смотрите, ребята. Повышает упругость кожи и является равно... Блин, через телефон плохо видно. Равнозаживляющим противовоспалительным компонентом. Питает и тонизирует. Ну вот посмотрим, понравится нам или нет. Вот получается для Масеньки мы заказали и шампунь, и спрей для того, чтобы расчесывать. Светочка, ты готова к испытанию? Угу. Света ответила. Так что будем испытывать на нашей Масеньке. Дальше я буду просто доставать и вам показывать. Так, это у нас, ребята, питьевой напиток. Компот без сахара и 0 калорий, представляете? Имбирь, клубника и мята. Вот такая вкуснятина. Это новый формат вкусной воды. Состав. Вода, экстракт клубники, экстракт имбиря, экстракт мятры, регулятор кислотности, лимонная кислота, подсластитель. Так, сукралоза, консерванты, сорбат калия и бензонат натрия. Так что вот будем с вами пробовать. Так, а как ее способ применения? Пить просто водичку. Давайте попробую я. Сейчас я открою. Скажу вам на запах. Вкусно пахнет. Ребята, знаете, такая вкусненькая водичка. Будешь пробовать? Сейчас дети у меня попробуют и скажут. Как тебе? Ну, она с имбирем, потому что. Зато 0 калорий. Мне, в принципе, ребята, понравилась. Вкусная водичка такая. Знаете, вот в жару. И кто для похудания, имбирь и мята. Потому что здесь клубника, имбирь и мята. Буду пить, будем пробовать. Дальше. Опять на... Так, а нет. Это пряное масло. Чесночное подходит для рыбы, для курицы, для пасты, пицца, соусы и выпечки. Ой, не вижу, куда показываю. 200 миллиграмм масло оливковое для продуктов, для жарки. Вот все, что написано. Ребята, еще раз напоминаю, что это все натуральное.
без всяких добавок. Так что будем пробовать, буду готовить, будем пробовать. Дальше. Что же это у нас такое? Мицеллярная вода. Это я себе заказывала, у меня закончилась мицеллярная вода. Леврана, вот так. Снятие макияжа с лица, глаз, губ. Натуральный состав. Не щиплет кожу, можно не смывать. Это очень даже, ребята, удобно, потому что мне всегда времени не хватает. Это все натуральное, так что будем пробовать. Дальше. Что это у нас? Это очищающая пенка для умывания, ребята. Вот такая, экстракт зеленого кофе. О, ребята, смотрите, что Света заметила в оливковом масле, да, внутри чеснок. Я бы даже не заметила, а Светик заметила. Смотрите, как классно. Ты тоже говорила, Катюша, ну ладно. Вот дети, факт то, что меня заметили. Молодцы, ребятишки. Всегда все видят, то, что мама не видит. Короче говоря, вот такая вот пенка для лица пришла для умывания. Обязательно будем испытывать ее вместе с вами. И скажу, как она по качеству. Дальше. Дальше. О, вот это вот я, ребята, очень ждала. Я люблю вкусные разные мыло. Это мыло мята и лимон. Сейчас мы даже с вами откроем и скажу я вам. Оно вот такое вот. Ой, какой аромат, ребята, стоит. Оно натуральное мыло. Поэтому мы будем все это испытывать с вами при умывании. О, Светик! Простите, пожалуйста, просто дети неугомонные. Дальше. Мне нужны мои ножницы. Большие, прибольшие ножницы. Тут стеклянная, ребята, бутылочка, поэтому открываем аккуратно. Это тоже я заказала оливковое масло. Сейчас мы с вами откроем. Стеклянная бутылочка, оливковое масло, витамин Е, витамин К, фосфолипиды, кислотность. Вообще, ребята, органическое оливковое масло. Это вообще хорошее масло. Можно использовать везде. Белки, углеводы, жиры. Все написано. Читай на упаковке. Так, следующее. Так, это, ребята, у нас набор. Набор миниатюр для уборки дома. Решила заказать, попробовать, как и что оно вообще у нас. Поэтому... сейчас испытаем. Так, тут видите, как сделано защелку, чтобы не открывалось. Будем по одной доставать и смотреть, что это у нас. Гель для мытья посуды. Мята и лимон. Такое интересное, маленькое, да, для фруктов и овощей подходит. Видите, эко. Так, растительная основа, аромат эфирных масел внутри. Подходит для детской посуды и игрушек. Вот, ребята, поближе вам покажу. Вот такой вот откроем, понюхаем по запаху. Ой, ребята, как оно вкусно пахнет лимончиком и мятой. Так, первое, да, средство это у нас... Второе. Гель для стирки белья. Для чувствительной кожи. Подходит для детского белья. Видите, тут все написано. Будем испытывать второе средство. Так, третье. Что у нас? Аромакондиционер для белья. У меня как раз мой закончился. Как все вовремя, да? Растительная основа внутри. Подходит для детского белья. А это главное, потому что у меня, ребята, дети. Поэтому будем... Третье средство это получается у нас же. Четвертое. Жидкое мыло. 100 миллиграмм. Ну, тут не написано, что подходит для детского. Значит, буду пользоваться им только я. А дети уже не будут помогать мне испытывать это средство. Дальше, ребята. Гель для мытья пола. Свежий апельсин. Тоже концентрат... концентрированное. Видите, написано. Концентрат.
Вот такая вот красота. И смотрите, какая интересная сумочка. Какая интересная. Это подойдет нам для белья, да? Дальше смотрим, что у нас тут. Бумажка. Бумажка. И вот такое вот еще, ребята, это я заказала тоже. Набор. Миниатюр для стирки белья. Сейчас я аккуратно все это отрежу и вам покажу. Видите, тут все резиночка. Для того, чтобы замочек сам не открылся нечаянно, так знаете. Так, и смотрим. Тут у нас, ребята, 7 средств. Будем проверять, что же это такое. Аромакондиционер для белья подходит для детского также. Видите, будем все обязательно пробовать с вами и испытывать. Прованские травы, кондиционер для белья. Тоже написано, что подходит для детского белья. Это немаловажно, ребята. Так что, так, ножницы я отсюда уберу, они нам уже не нужны с вами. И дальше, мята и лимон, кондиционер для белья. Тоже, ребята, подходит для детского белья. Все это эко, растительная основа внутри. Еще раз напоминаю, эта вся косметика идет из натуральных, поэтому безопасная, особенно для наших детишек. Если вот вы видите знак, что подходит для детей, значит это безопасно. Гель для стирки цветного белья, сохраняет цвет, это очень хорошо, и тоже подходит для детей. Так, следующее. Универсальный гель для стирки белья. Тоже обязательно подходит для детей. 100-миллиграммовые такие бутылочки. Еще одна гель для стирки белья. Тоже ноль аромата для чувствительной кожи, ребята. И тоже подходит для детишек. Видите, сколько много для стирки. Апельсин, грейпфрут, кондиционер для белья. Это, мне кажется, будет просто чудесный запах. Подходит для детей, растительная основа внутри. Вот такой вот наборчик. И также вот сумочка подойдет стирать что-нибудь. Например, нижнее ваше белье. Очень хорошо сюда подойдет. Вот в целом я сейчас все это разложу и покажу, какой заказ у меня в общей сложности был. Вот такой вот, ребята, у меня большой заказ был. Сейчас, вот считайте, тут есть и продукты питания. Это вот 2 бутылочки масла и также вкусная водичка. Также есть и для стирки, и для уборки дома, и для животных, и для себя любимых, конечно же. Чтобы ухаживать за собой, да? Так что, если вам понравилось, ссылочку я на этот сайт оставлю в описании. Заходите, смотрите, напоминаю еще раз, потому что это натуральный, ребята, состав. И будем вместе с вами все это испытывать. Если вам понравилась наша распаковка, то подписывайтесь, проходите по ссылочке в описании. Ну и всем пока-пока!